Вышел трейлер фильма «Титан» с мутирующими людьми. Премьера фантастической ленты ожидается 30 марта на Netflix. Главные роли в ней исполняют Сэм Уорингтон, «Аватар», и Том Уилкинсон, «Бэтмен». Начало. В сети был опубликован трейлер предстоящего фантастического фильма «Титан» от Netflix. Главные роли в ленте исполняют Сэм Уорингтон, «Аватар», и Том Уилкинсон, «Бэтмен». Начало. По сюжету фильма, Земля сильно пострадала от серии ядерных взрывов. Из-за этого человечество намерено ускорить эволюцию некоторых людей, чтобы они отправились заселять спутник Сатурна Титан. Однако не все идет по плану. Режиссером картины выступил Леннард Раф. Выход фильма на широкий экран состоится 30 марта этого года. Ранее сообщалось, что в сети был опубликован трейлер фильма «Сикария 2. Солдата с Бенисио Дель Торо». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.